Здравствуйте, с вами компания «Подшипник.ру». Сегодня мы расскажем о нестандартном заказе, который выполнили наши сервисные инженеры. Замене подшипников в электродвигателе с внешним ротором. В сервисную службу «Подшипник.ру» обратился клиент по поводу замены подшипников в электродвигателе с внешним ротором производства «Вилман». Двигатели такого типа часто используются в системах кондиционирования и вентиляции. Их особенность в том, что ротор вращается вокруг статора. Такая непривычная компоновка приводит к сложностям в обслуживании. Например, затруднения вызывает замена подшипников. Любопытно, что мы стали третьей компанией, в которую обратился клиент. Первых двух ему отказали в ремонте, так как никогда не имели дела с такими электродвигателями. Наши сервисные инженеры имеют огромный опыт работы с самыми разными типами бытового и промышленного оборудования. Так что ремонт подобных двигателей не представляет для них трудностей. Главное здесь знать порядок разборки и иметь подходящий инструмент для демонтажа и установки подшипников. На первом этапе наш инженер разобрал мотор и демонтировал подшипники для их идентификации. Затем менеджер по продажам «Подшипник.ру» подобрал подходящие варианты из доступных на складе. Клиент выбрал радиальные шарикоподшипники SKF производства Италии. Эти подшипники были установлены на вал двигателя с соблюдением технологии монтажа. Затем двигатель собрали, протестировали и передали благодарному клиенту. Стоит подчеркнуть, что сервисная служба «Подшипник.ру» выполняет не только замену подшипников в любом промышленном оборудовании, но и осуществляет центровку, балансировку, вибродиагностику и другие сложные работы, требующего большого опыта. Нужен качественный сервис? Обращайтесь в сервисную службу «Подшипник.ру».